Магадане состоялся второй этап конкурса «Северное соцветие 2021». В состязании соревнуются любители цветников, клумб, газонов. В этом году поступило более 20 заявок на участие. Среди них 5 физических лиц, остальные – организации. Это детские сады, школы и другие учреждения. Цель конкурса – приобщить жителей областного центра к озеленению города. С каждым годом магаданцы все больше тренируют свои навыки ландшафтного дизайна. Прошло заседание конкурсной комиссии, на котором определили победителей. Прошло заседание конкурсной комиссии, на котором были определены победители в 5 номинациях. Определены также победители гран-при, и в жюри в этом году присудило специальные призы. Конкурс направлен на экологическое развитие граждан, а также на привлечение граждан к благоустройству города. Благодаря этому конкурсу преображаются дворы нашего города, преображаются дошкольные образовательные учреждения. Стоит отметить, что в этом году большое количество новых участников, чему мы несказанно рады, и хотим пригласить всех желающих жителей города Магадана, которые благоустраивают свои многоквартирные жилые дома, цветники, а также учреждения различных организационно-правовых форм для участия в следующем году. Награждение победителей состоится в 4-м квартале 2021 года в торжественной обстановке.